Северную Осетию с рабочим визитом посетил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергей Чуев. На совещании с министром по делам молодежи, физической культуры и спорта республики Хасаном Бароевым он обсудил реализацию государственных программ, направленных на военно-патриотическое воспитание, поддержку молодых предпринимателей и развитие волонтерского движения. Главной темой встречи стали молодежные форумы. Традиционный Селигер в этом году заменят территория смысла на Клязьме и Крымская Таврида. Они сконцентрированы в основном на вопросах внутренней политики, патриотизма и военного воспитания. Мы считаем, что форумы должны двигаться по территории Российской Федерации. Есть другие места. Может быть, рано или поздно всероссийский форум приедет и сюда, во Владикавказ. Вот будем, по крайней мере, с вами на эту тему в том числе работать, обсуждать. По словам Сергея Чуева, молодежные форумы, ежегодно проводимые в каждом из федеральных округов, приобретут статус международных. Например, на Машук в этом году планируется визит делегации из Китая. Яна Гагиева, Елена Гаглоева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.